В Днепропетровске объявлен набор на бесплатные курсы украинского языка. Их цель – помочь ученикам 11 классов, которые переехали к нам из временно оккупированных территорий, подготовиться к внешнему независимому оцениванию. Занятия будут проходить каждую неделю. Первая из них планируется уже в феврале. В нашем городе такие курсы будут проходить уже второй год подряд. Сегодня сформировано 4 группы по 15 человек с разными уровнями подготовки. В общей сложности уже 17 городов Украины подключились к программе.